Я всех приветствую. Меня зовут Ирина. В связи со сложившейся ситуацией в мире, очень многих участников интересует тема, что будет с суперкопилкой. И вот 28 февраля вышла вот такая статья, с которой я вас сейчас ознакомлю. Эти события, которые сейчас происходят в мире, непосредственно затрагивают каждого из нас в той или иной степени. Наш с вами мир изменился навсегда, и потребуется время, прежде чем активная фаза событий завершится, и мы вернемся к привычному образу жизни. Статья большая, поэтому я постараюсь вам кратко изложить ее информацию. Перед нами настоящая ситуация форс-мажора. Никто не знает, что будет завтра, и участников сообщества интересует, какая судьба ожидает суперкопилку. Является ли текущая ситуация форс-мажором для суперкопилки? Дело в том, что суперкопилка – это не юридическое лицо, это сообщество людей, это мы с вами. И как сообщество уже не раз проходили через подобные ситуации. Это было вот в 2014 году, когда отключали единственную платежную систему, с которой работала суперкопилка. И тем не менее суперкопилка выжила. Ситуация, через которую прошли вместе с вами недавно, это мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса. Эта ситуация также колоссально повлияла на мировую экономику и продолжает влиять. Несмотря на все эти угрозы, мы все еще вместе. Суперкопилка на протяжении почти 9 лет регулярно справляется с разными ситуациями, демонстрируя потрясающую гибкость и живучесть сообщества. Именно кассы взаимопомощи являются инструментом сообщества, позволяющим людям самим справляться с теми бедствиями, которые регулярно устраивают правительства их государств. Что требуется от команды? Да никакого решения не требуется, так как, по мнению команды, нет ничего фатального, что могло бы помешать работе сообщества. Работаем в штатном режиме. У нас замечательный стратегический план по запуску рекламных стратегий пассивного дохода и автоматизированных стратегий пассивного дохода в этом году. Уже была статья «Система автоматического резервирования». Это очень круто. Я уже записывала такое видео, что средства для поднятия кармы резервируются на предоплате, и вы их вывести не можете. Вы можете вывести только средства, которые остаются для вывода, и партнерские. И люди тогда не будут поддаваться панике и выводить все деньги подряд. И поэтому это резервирование является пятой степенью защиты нашего сообщества. Пассивный доход помогает. Вы можете остаться без работы, либо без вашего бизнеса, а в суперкопилке вы будете иметь пассивный доход. И расскажите об этом вашим знакомым и близким. Банковская система еще может быть проблемой. Помимо резкого обесценивания национальных валют, это проблемы в работе платежных систем. И, как уже писали выше, в 2014 году сообщество уже пережило закрытие единственной платежной системы, через которую осуществлялась вся работа сообщества. При этом, если бы не суперкопилка, то участники потеряли бы все средства на своих личных счетах в этой платежной системе. Сейчас возможна ситуация закрытия платежных систем и банков, а также ситуация блокировки счетов. Если вас еще не коснулась эта проблема, то вам повезло, но времени у вас мало. Мы считаем, самым надежным местом для хранения средств может стать основной счет проекта «Суперкопилка». Никто не выведет ваши средства, потому что защищены службы безопасности. Как это работает? Дело в том, как вы знаете, средства участников не хранятся на счетах сообщества. Все средства, поступающие от участников, практически тут же выплачиваются другим участникам. И это работает уже почти 9 лет благодаря уникальной механике проекта, обеспечивающей стабильность. Суперкопилки на счету участника сбережения хранятся в ТЭТе, которая не является национальной валютой одной из государств, участвующих в конфликте. Поэтому сбережения не обесценятся с падением курса национальной валюты.
Точно так же эти сбережения не связаны с какой-то платежной системой и будут выплачены посредством той платежной системы, которая будет подключена к сообществу в конкретный момент времени. Криптовалюты. В самое ближайшее время мы подключим криптовалюты на принятие платежей и выплат. В частности, будут подключены такие стейблкоины USDT и Boost. Как вы, возможно, уже знаете, криптовалюты защищены от блокировок счетов и проблем с банками и платежными системами. Если у вас есть USDT, то вы можете обменять их на национальную валюту, находясь в любом государстве, и это никак не связано с параличом банковской системы. Вы можете обменять криптовалюту прямо на наличные в обе стороны. Недаром криптовалюты называют электронной наличностью. Государства не могут наложить на них свою лапу. Тета Коин. Другим хорошим способом хранения сбережений в Тете является содержание в Тета Коин, который уже выпущен и в самое ближайшее время будет подключен к личному кабинету суперкопилки. Этот функционал сейчас тестируется. У участников будет возможность обменять средства в любых платежных системах на Тета Коин и обратно. Еще суперкопилка рекомендует пополнить баланс заранее. Более того, если участники обычно равномерно поднимают карму и пополняют личные кабинеты в течение периода до адаптации, то сейчас мы рекомендуем пополнить личные кабинеты заранее на несколько периодов вперед. Даже если не отключен банк и платежную систему, то возможно и временное отключение интернета или электричества. Многим участникам сейчас необходимо переместиться в безопасное место, и это также может быть причиной невозможности вовремя пополнить личные кабинеты. Именно поэтому мы рекомендуем сделать это заранее. Передать личный кабинет в управление. Предположим, что вы решили не играть с огнем и не хранить деньги в банках и платежных системах, и вы заранее на несколько периодов вперед пополнили свой личный кабинет. Следующим риском может стать невозможность вовремя создать программы для поднятия кармы по причинам отсутствия интернета и физической невозможности находиться рядом с компьютером. Для решения этой проблемы мы предлагаем вовремя пополнить личный кабинет на несколько месяцев вперед и обратиться в нашу техподдержку с соответствующей просьбой. Мы на платной основе можем взять личный кабинет на обслуживание. Обслуживание будет стоить 5 тет за период. Если сделать услугу бесплатной, то мы рискуем получить на обслуживание десяток тысяч участников. В зависимости от наших возможностей и спроса на данную услугу, цена может быть пересмотрена в будущем. Также вариантом является передача доступа к вашему личному кабинету другому участнику, которому вы доверяете. Подведем итоги. Суперкопилка работает и является надежным подспорьем в кризисных ситуациях. Используйте эту возможность по максимуму. Создайте или увеличите свой пассивный доход, пока у вас есть такая возможность. Помогите вашим знакомым и близким сделать то же самое. Тогда они будут обеспечены пассивным доходом, который поможет им пережить трудное время. Обезопасьте ваши активы от падения национальных курсов валют, а также от закрытия банков и платежных систем и перебоев в их работе. Для этого пополните баланс суперкопилки. Суперкопилка всегда найдет рабочие платежные системы для приема взносов и осуществления выплат. Для обеспечения кармы 100% пополните свой личный кабинет на несколько периодов вперед, если есть такая возможность. В случае необходимости передайте управление своим кабинетом нашей технической поддержке. И самое главное, берегите себя. В это время нет задачи храбро пасть на поле боя за интересы политиков, которые втягивают своих граждан в это занятие. Мы с вами и мы справимся. Всем пока-пока.